В студію повернулася, тож говоримо про те, скільки Одеська мерія набрала кредитів і як збирається їх віддавати. Яке навантаження лягає на кожного з нас і з вами. Поговорити на цю тему сьогодні до нас прийшли Ольга Баклаженко, головний редактор Української служби інформації, Михайло Борисов, економіст. Дякую, вітаю, що прийшли. Сьогодні питання до телеглядачів таке. Хто віддаватиме борги із кредитів цієї мерії? Два варіанти відповіді. Наступний мер або одесити. Олю, одразу до тебе питання. Ці розрахунки про 3,5 тисячі гривень – це ваші розрахунки? Да. Усі? Так. Да. І от Світлана Пензова, моя колега, спитала, як це вираховувалося? Ну, якщо без складної арифметики і алгебри, то... Это действительно очень сложный вопрос, потому что у нас нет открытой полной статистики, как бы так скажем, ну, расчетов мэрии, именно их расчетов, как они планировали. Ну, а действительно, есть только общие данные. На самом деле, есть данные Минфина, которые говорят о динамике расчетов об квартальном расчете. Именно для этого мы привлекли аналитиков и экспертов и провели такой расчет. То есть это не журналисты считают, это считали аналитики. Я очень давно хотела, честно, вот я просто носилась этой идеей посчитать, сколько мы в итоге заплатим. И на самом деле, я подчеркиваю, что это расчет приблизительный, потому что может меняться учетная ставка НБУ, и кредиты – это линия, то есть там возможны определенные изменения. Но я думаю, что порядок цифр будет такой или даже больше, потому что, если на сегодняшний момент посмотреть на ту дыру, которая в бюджете Одессы, я не вижу перспективы, чтобы мэрия... Это миллиарды гривен сейчас, так? Десь. Это только первое полугодие. Но если вы в сегодняшний момент пообщаетесь с представителями бизнеса, которые работают в Одессе, вы увидите, что далеко не весь бизнес заработал. У нас есть проблемы и с безработицей, есть проблемы даже с кафе, ресторанами. Яркий пример – Затока, которые наполовину закрыты учреждения. Это все поступление в бюджет. И в Одессе, поверьте мне, ситуация неразительно лучше. Поэтому я думаю, что по результатам второго квартала у нас тоже будет бюджет меньше. И поэтому я взялась считать для того, чтобы, может быть, подвинуть мэрию к тому, чтобы пересматривать сегодня бюджет и как-то эти вопросы продумывать. И самое главное, ни в коем случае не взять новый кредит. Потому что я очень опасаюсь, что еще следующий займ, который зайдет к нам, ну, как сейчас говорят в мэрии, он очень больно ударит. И я не вижу новой стратегии социально-экономического развития. Я ее не вижу. Я не вижу расчетов мэрии, при том, если бюджет будет и дальше маленький, что мы будем делать? Я слышу только о том, что мы будем брать новый кредит, закрывать дыру, но это экономически, я думаю, что Михаил меня поправит, ну, на самом деле, нецелесообразно. А вот брать кредит, да, вот когда у нас есть дырка, но это глупость. Михайло, 3,5 тисячі гривень на кожного одесита. Чи це реалістичний розрахунок? І що робити, власне, сьогодні? Віддавати старі, брати нові? Що робити? Ну, в общем-то, скажем так, действительно, вот открытых каких-то четких данных нет, чтобы посчитать, сколько там вот точную цифру, но я думаю, что эта цифра где-то близко к истине, то есть если раскинуть опять-таки на население города. Кстати говоря, у нас ведь вопрос о переписи как-то так вот завис, когда зимой министр без портфеля господин Дубилет-младший сказал, что у нас 37 миллионов, забывают о том, то есть по каким-то там компьютерным данным, забывают на минутку о том, что даже если эту цифру принять за, как говорится, за истину, то перепись — это не просто количество населения, это социальная структура этого населения, половой, возрастной, социальный состав и так далее, и так далее. То есть очень много всяких моментов, которые вот эта вот цифра сама по себе, 37 миллионов или 27, или какая, она не дает. То есть это очень сложный процесс. И у нас как-то переписи вот замолчали. Вот ну, действительно, уже далеко не миллион, напевно, так? Ну, выходячи из такой логики. И тому вся сумма может быть набагато больше, напевно. Может и так оказаться, но в любом случае, значит, долг, хорошо, если кто бы ни брал долг, берет ли человек, там, сам по себе берет семья, берет мэрия кредит, а как отдавать? Вот Ольга сейчас сказала, где стратегия развития города? У нас нет стратегии. Как мэрия планирует это отдавать? Неважно, этот мэр останется, будет какой-то там преемник, то есть новый мэр будет, за счет чего будет Одесса отдавать? Где развитие города? Ведь из чего начиналась Одесса? Одесса начиналась с порта. И вот за десятилетия советской, как говорится, власти, как бы к ней не относиться, Одесса стала крупным транспортно-промышленным, культурно-рекреационным центром, научно-образовательным, проектно-конструкторским.
Где сегодня промышленность одесская? Понятно, ее нет. Где сегодня одесская наука? Закрыты практически там НИИ, КБ и так далее. Они не работают. Образование как-то так живет, но опять же, образование оно нужно не само по себе, оно нужно кому-то. Ну, тому же производству, той же науке. Когда нет ни производства, ни науки, то возникает вопрос, а кому нужно образование? Сколько закрыто и уничтожено санаториев? Распроданы земли, застроены и так далее. Вот. И плюс, опять-таки, вопрос, который был и остается у нас открытым, о котором сейчас давно уже никто не вспоминает, теневая экономика. И это касается не только города, это касается страны в целом. И теневая экономика, по самым скромным оценкам, у нас составляет половину от того, что есть. Значит, опять-таки, для того, чтобы решать проблему наполнения бюджета, нужна стратегия развития, нужна борьба с теневой экономикой и так далее. То есть нужен целый комплекс мер, о которых, в общем-то, никто даже вопрос не поднимает. Но это, скорее, такая уже надміська структура, так? Ну, почему это... надміська? Ну, Оля, ну, как вот я хотела бы сказать. Вот смотрите, у нас есть городской совет. Да. Он у нас имеет стратегию. В этой стратегии есть же не только общенациональный процесс. Вот, например, у нас есть стратегия реализации коммунальной собственности. Мы видим, мы столько-то можем заработать. И мэрия понимает, что вот что бы мы в нынешних обстоятельствах не делали, мы зарабатываем, там, грубо говоря, 100 миллионов, а нам нужно больше. И можно думать продать больше, а можно думать, а как продать подороже. Мы начинаем, например, делать открытый реестр. В этом открытом реестре выставляем наши помещения, показываем их, рекламируем это на различных ресурсах, как это возможно, как они с якорями ходят по всему миру. Вот так же мы ходим с нашей коммунальной собственности. Мы предлагаем ее инвесторам. Мы предлагаем пакет с документами, с понятными сроками, не как это обычно происходит. Ты берешь помещение, покупаешь, а оказывается, что там уже второй, третий, четвертый владелец, черные регистраторы, землю город не дает оформить 2-3 года, и мы получаем неинтересный пакет. Мы делаем красивый пакет земельной документации, продаем его открыто на аукционе и рекламируем эти аукционы. И мы продаем дороже. Вот эта стратегия позволяет нам на тех же помещениях заработать больше. То же самое с арендой. То же самое со всем. Город может зарабатывать консалтингом, оформляя документы тоже, обеспечивая это. Почему нет? У нас есть масса коммунальных предприятий. Например, Зелентрест. Вот Зелентрест, например, как предприятие берет и начинает брать бюджетные подряды от ЖКС, от других организаций, которые сейчас многие в частные идут руки. Опять же, мы получаем больше дохода хотя бы на зарплатах. Я понимаю, что еще, если можно платить кредиты и так далее. Навищо? Ну, к сожалению, эти кредиты, ну, я надеюсь, что все-таки хотя бы часть депутатов, которые живут, они связывают себя с этим городом. Меня это волнует, как одессита, который здесь хочет жить. Я понимаю, что заработать сегодня и уехать – это классно. Но, не знаю, для меня эта позиция непонятна. Поэтому я думаю, что наши экономисты в состоянии просчитать. Просто, к сожалению, что, скорее всего, нынешнюю городскую власть не волнует эта стратегия. Если говорить про траты, на что витрачались кошти? Три кредита были взяты. Загалом, сьогодні ми знову наголошуємо, тому що Одеса у лідерах посідає першу сходинку, так, за кількістю взятих кредитів. Це зі звіті, власне, Мінфіну виходить. Угу, да. Усі зробили інфографіку, зараз ми її бачимо на екрані. Одеса попереду планети усієї в Україні, власне. Ну, якщо пересчитати на душу населення, однозначно. Тому що у Києва, якщо взяти Київ і КМДА, буде, виходить, десь 6 мільярдів, в общем. Но, во-первых, половина – це доларовий кредит, і при нинішній ставці 7,5, якщо не буде серйозна курсова колебания, то это достаточно выгодное кредитование. А во-вторых, у Киева мы не забываем количество населения, которое живет в столице, оно намного больше, чем в Одессе. То есть и в Одессе самый высокий процент, вот тут будет разночтение, я сразу скажу, что 22,4 это то, что в решении горсовета, но в реальности договор был на 22,3%. То есть разница небольшая, просто объясняю эту историю. На что город брал кредит, подробно я вам обещаю на этой неделе расписать. Вкратце скажу так, это три основных части. Первая часть это ремонт теплотрасс, которые проводились. Опять же, не согласна и согласна с двух сторон. Почему? Потому что у нас нет схемы теплоснабжения. У нас нет схемы теплоснабжения, поэтому у нас нет стратегии развития теплоснабжения в Одессе. Вот, например, я знаю, что, по-моему, на улице Ланжероновской есть совершенно небольшое количество абонентов. А может быть, вообще невыгодно на эту улицу вести. Ну, понимаете, это очень дорого держать старую трубу в историческом центре, которая течет, может быть. Которая, ну, и так далее. То есть, которую содержать. Может быть, выгоднее действительно каким-то образом решать эти вопросы. Но без схемы теплоснабжения это невозможно серьезно проводить расчеты. Я знаю, что она заказана, но ее еще на сегодняшний день нет. Ну, вторая часть кредитов – это капитальный ремонт. Это самая большая часть. То есть это там различные социальные объекты, которые планировал город по УКСу. Она достаточно разрознена. То есть там тоже нет такой общей, загальной, скажем так, стратегии.
есть разные объекты, действительно все нужны, но опять же, если посмотреть структуру, то там окажутся практически все фирмы из пула Одесской мэрии, и поэтому есть всегда вопрос, как с домом Русова, когда в документах одна фирма, а на деле строится совсем другая. Это видно в материалах уголовного дела. Это субподрядчик, которого нет и не был он анонсирован на сайте Прозора. То есть фирма, на самом деле, сама заключила некий договор, на что она, в общем-то, не имела права. И третья часть — это управление дорожным хозяйством. Это самая интересная часть. Это тоже такая часть, наверное, это чуть меньше трети от всех остальных расходов. Вот сейчас, кстати, по последним всем деньгам, которые берет город по этим кредитам, практически все тендеры расходятся по именно дорожным подрядам, и все они фирме «Роздорстрой» в одни руки. Золотые дороги в Одессе у нас. Да, золотые. Есть, угу. Да, действительно, это все подряды абсолютно кредитные выиграла компания «Роздорстрой», ни копеечки не ушло в другой карман. И это самое в этом смысле веселое. Я не знаю, чем у нас такая-то выдающаяся компания, кроме как того, что ее депутат входит в бюджетную комиссию. Ну, и, в общем-то, ее связывают с полом Одесской мэрии. Ну, мне, mm-hmm. как бы, учитывая даже все опыты, опять же, с эстакадой, которую 2 года мучили, подорожала в 3 раза, как дорожали все остальные подряды. И, опять же, самое главное, что мы, опять же, не подходили к этому вопросу стратегически, с обсуждением, с экспертами, с одесситами. Сколько из-за этого возникает вопросов? Целесообразности. А почему сделали так, они сделали современную структуру? А почему не нарезали карманы для транспорта? А как теперь на Преображенской сделать, чтобы быстро ходил трамвай, если у нас узкая дорога, невыделенная полоса, и трамвай также стоит на новой только дороге в пробках. Mm-hmm. Это стратегия? Это не стратегия. Это, мы, знаете, чиним дыры. Латання. Да. Так. Латання. Є питання до ставки за кредитом. Оля вказала на це, що досить вона висока, ну, проти Києва тим паче. Ну, можливо, тому що там такий доларовий кредит. Під 22,4, так, Оля? От 17,5. Це другий. Другий кредит. Второй, по-моєму, 19,5, третій 22,4%. Чому такий високий кредит? Яка може бути причина? Висока ставка, ну, по кредиту? Так їм повезло, так, мабуть, раз така ставка. Ну, опять же, вот кредит на що йде? Вот ми о чем говорим, що кредит этот берется не на развитие, он берется на проедание. То есть смысл. То есть, как говорится, вот в бездну падают деньги. И отдачи никакой не будет. А на чем город собирается зарабатывать, и как он собирается эти деньги потом отдавать? Как? Вот, ответа нет. Ответ, ну, от дивіться, за півроку півмільярда дефіцит бюджету дірка утворилася. З чого віддавати гроші? Тому що цього року треба віддати. І 21-го, да, там рекордні суми теж. Я хотел бы дополнить то, что говорила Ольга, что, допустим, продажа муниципальной недвижимости. Хорошо, безусловно, нужна прозрачная процедура, но если Одесса превратится там во второй Миннеаполис или во вторую Атланту, то какая бы ни была прозрачная процедура, да, в общем-то, недвижимость тут в цене, ну, никак не вырастет. Она только упадет, если вообще кто-то захочет ее здесь покупать. Угу. Вот поэтому это, безусловно, важная часть, прозрачность процедуры, вот, соблюдение, так сказать, каких-то правовых всех ее аспектов. Но нужно поднимать город. Если в городе не будет развития, кто будет здесь покупать недвижимость? Какая бы ни была прозрачная процедура, даже если здесь будет тихо и спокойно. Но если город умирает, тихо-тихо умирает, то, опять-таки, мы недвижимость эту продать не сможем, или тем более продать за хорошие деньги. Ну, опять же, я говорила о том, что это может быть кейс, это не обязательно продавать на побережье, это может быть, например, на улице промышленной оформлена земля, там может быть с какими-то строениями или нет, на которой можно развивать там какое-то условное производство. Просто город создает инвестору условия, инвестор покупает ему выгодно, а городу потом выгодно налогами. Для этого не обязательно поля фильтрации. У нас есть и другие участки, где это можно сделать, но почему-то у нас, например, массово отводят земли под какие-то свои объекты, своим компаниям, но нету этой прозрачной процедуры по привлечению инвесторов. Я вообще не помню, когда у нас какой-то инвестиционный совет тут заседал, или какая-то тут стратегия, хотя у нас есть и грантовые офисы, и все что угодно, но я не вижу стратегии именно в развитии Одессы в каком-то технологическом вот таком варианте. Нет, так, опять же, ну, тут я считаю, что Одесса должна вот как брать историю развития города, от истории мы никуда не уйдем, какая бы она ни была, хорошая или плохая, это наша история. Порт, торговля, промышленность, соответственно, образование, наука, культура, рекреация. То есть все это у нас здесь удачно сочеталось и срасталось. Когда вот будущий тогда еще, он еще не стал градоначальником, вот Александр Новосельский, который, в честь которого названа сегодня одна из улиц города, он, например, взял в аренду Куяльнинский лиман, это был в конце 19 века, он сделал там курорт.
что сегодня у нас с Куяльнинским лиманом. Район такой, как говорится, у Семеняни, где дитя без глаза. Санаторий Куяльник во что превратился? В Занепаде. Да, в общем-то, в верховьях там речка, которая обеспечивает лиман водой, из нее берут песок, и там перегораживают и так далее. Ну, то есть ресурсов есть масса для развития. Но нужен для этого хозяин. Хозяїна поки що нет. Дивіться, один із об'єктів, які за кредитні кошти відновлюються, будуються, це ремонт нового Аркадійського колектора. І йшлося про те, що з запозичення буде взято 19 мільйонів гривень. Справа теж хороша сама по собі. Так, ремонт колектора, тому що дуже багато, ну, те, що там дизайн ми критикуємо Аркадії, це одне, а те, що вона просто пливе кожного дощу, це інше, і це треба робити. Так, можливо, треба все ж таки для таких справ запозичувати кошти, Оля? Ну, Михаил говорил очень правильную вещь, что любой кредит, когда берет фирма, это подразумевает какой-то отбить доход или сэкономить. Вот когда мы делаем такие вещи на кредитные деньги, то нам показывают, что красивые объекты, чтобы мы прослезили, что не будет. На самом деле это просто в город вмывается миллиард. Вот тут показывают нам, что вот на эти расходы тратится этот миллиард, а оставшиеся 2 миллиарда городского бюджета тратятся совершенно не так рационально. То есть мы говорим о сумасшедших покупках земли для кладбища, одно уголовное дело. Евромэрии нам говорили, что это будет экономия, а на деле мы платим коммуналку и там, и потратили примерно 300 миллионов на оборудование и ремонт. Вот мы вымыли 500 миллионов только вот этими тремя сделками. А еще третье у нас есть, по которой ДБР расследование ведет, это по возвращению долга банку надо. Вместо того, чтобы продолжать судиться, вырабатывать стратегию, постепенно отдавать этот долг, мы сразу же вбахнули в один год эти 190 миллионов, вот мы 500 миллионов вымыли из бюджета. Вот это мы смогли сделать, я хочу, чтобы вы все понимали, из-за того, что мы берем кредиты и показываем красивую картинку на кредитных деньгах. Потому что если иначе бы мэрия просто не могла бы делать такие оборудки, она бы тогда бы вынуждена была эти деньги тратить чуть-чуть по-другому. Но так как, к сожалению, садиситы совершенно не верят в том, что они могут на сегодня на что-то влиять, наших людей очень много лет убеждали, как бы они ни думали, все равно будет все в стране разворовываться и в городе, то, к сожалению, из-за этой неактивности активностью пользуются власти, которые вот так вот делают. Такие поступки. Да, конечно, нужен и коллектор, да, и ремонты школ нужны, и садиков, и дороги, но это не стратегия. Это латание какой-то непонятной дыр. А стратегия должна быть это. Больше зарабатываем, развиваемся, и, исходя из этого, больше тратим. Где в этом всем рабочие места? Ну, дивись, усі роки каденції чинної влади міської, були приклади заробляння грошей? Хоч якісь? Ну, у нас есть ряд прибыльных предприятий коммунальных, так, с которыми можно и нужно работать. Это аэропорт всегда у нас в прибыли. Это у нас может быть условно Зелентрест. С аэропортом знаем историю с злітно-посадковою смугою, что тянется, как и та эстакада, но еще довше. Ну, у нас есть очень много предприятий, что на самом деле, с которыми, ну, можно работать хотя бы не в минус. Я не питаю, чи можно працювати, чи працювали за ці роки. Ну, есть у нас прибыльные предприятия, но их немного. На самом деле, которые хотя бы окупают себя. Угу. То есть у нас есть, например, предприятие городского капитального строительства, которое может заключать инвест-договоры на строительство каких-то объектов и зарабатывать. Но на деле мы все прекрасно знаем, что получается. Что за, по-моему, 600 тысяч гривен, да, если мне изменяет память, у нас оформили договор с Будовой за инвестирование на участок золотой земли в Аркадии. Вот если бы этот инвест-договор был бы честным, или было бы какое-то совместное предприятие, когда строится некий объект, и город прозрачно зарабатывает, а не за 600 тысяч просто передает по схеме, то тогда вот тут можно было бы заработать. Ну, можно, а так, было. К сожалению, мы не видим вот именно этой политики. Но я помню, когда брал первый кредит еще в городе в 97 году, они брали под, там, например, строительство какого-то паркинга и говорили, вот мы спасем город в такой-то ситуации, за столько-то может этот паркинг окупиться. То есть этого не произошло. Вообще муниципалитеты и государство, они в принципе неэффективны бизнес-управляющие. Для этого нужна эта совместная деятельность, когда город входит каким-то своим активом, частник делает какое-то
дело, и оно вместе работает. Но у нас это не, оно не работает никогда. У нас на самом деле все это превращается в то, что частник зарабатывает, город не зарабатывает, и мы в итоге выходим из этих обществ. Или еще хуже, как у нас было с УКСом и новостроями, если вы помните 2008 год, когда город просто потом вынужден был это тянуть, достраивать это дома, потому что он выступал заказчиком. Потому что частник взял деньги, ушел, а город с проблемой и предприятие остался. Так, Михайло, на вашу пам'ять припадає якісь приклади заробляння грошей містом? Ну, за останні, скажімо, 4 роки. Городом ні. Ну, от єдине, що за останні роки, ну, от ми можемо бачити, як в порту виросли так ці зернові термінали. І я вже говорив, що город починався з порту. І порт був неід'ємлемою частиною городського хазяйства. В советское время порт был национализирован, естественно. Было создано Министерство морского флота, огромная структура, ЧМП и так далее. То есть это было очень высокоприбыльное предприятие, дававшее и тысячи, десятки тысяч рабочих мест, как в море, так и на берегу, дававшее миллиарды долларов в союзный бюджет. Сегодня флота нет у морской державы. Пароходство тоже, в общем-то, если оно и существует, то разве что номинально. Советской власти тоже нет, но порт почему-то никто городу не вернул. И градоначальники наши новые, мэры и так далее, никто почему-то не ставит вопрос о возвращении порта к городу. Но это великий головный биль. Нет, подождите, это наше родовое предприятие, это, как говорится, наша пуповина, связывающая Одессу с морем. Извините. Ну, якщо можна без цієї пуповини, то вони таки живуть, бо простіше. Ну, опять-таки, вот, кстати говоря, опыт 19 века, где-то, по-моему, середины, когда в Одессе там вот выбирали городскую думу, то существовала такая практика, что выбирать могли в думу и быть избранными только те, кто в городе платит налоги. Вот, платишь налоги, значит, понятно, что человек, который платит налоги, он заинтересован будет напрямую в том, чтобы его деньги не ушли куда-то в песок. Опять-таки, или наши, так эти некоторые бизнесмены, которые, так эти официально ничего в казну не платят, но имеют теневой бизнес. Извини, дорогой человек, ты заплати сначала в бюджет деньги. Державе, так. Опять-таки, кстати говоря, вопрос вот, наполнения бюджета, это, причем это касается не только нашего города, и страны в целом, это уплата налогов. Вот. Люди декларируют или, скажем, покупают дорогую недвижимость и так далее. А почему никто не проверяет, уплачены ли налоги? То есть заплатил человек достаточно налогов, чтобы совершать такую покупку? Ну, дивіться, от щодо кредитів, така собі загальна була критика, що ну не тільки ж, власне, ця мерія брала кредити, брали кредити до цього. Я пам'ятаю, дуже багато критики... Муніципальний займ був. Так, дуже багато критики да, було на адресу... історія цього займу, кожного із цих займів. Що доларів категорично не можна брати кредити, тому що потім ми не знаємо, скільки повертати, тому що, ну, буває у нас проблеми з курсом гривні і з падінням, і стрибками різкими. Тобто це взагалі-то така тенденція вже загальна, чи все ж таки ми говоримо про те, що зараз це безпрецедентні запозичення? Ну, я хочу сказати, що дійсно от оба предыдущих кредита, їх постигла достатньо печальна участь. Я хочу сказати, що ми смотрели, і дійсно, крім Одеси і Києва, от такі мільйони, в принципі, не брав ніхто. От все-таки города брали більш маленькі займи, мабуть, більше смотрели, як воно буде працювати. И я, в принципе, ничего не имею против кредитов, честно. Ну, это нормально, когда тебе нужно что-то сделать, кредитоваться, чтобы получить эффект. Например, там даже когда реконструируются те же лифты, но тут есть определенное понимание, это просто чисто безопасность уже людей, потому что оно все сыпется. Но вопрос в том, что вот такое большое количество денег, оно почему-то не приводит к удешевлению работ и всего, оно приводит к удорожанию. Вот яркий пример тут лифты. Когда мы делали мало лифтов, лифт каждый стоил дешевле. Как только мы стали Одесс-лифту заказывать массовые лифты, там с 500, по-моему, это чуть ли не до 800 с чем-то тысяч подорожал каждый лифт. Может, он менялся, может, он становился лучше. Но вопрос в том, что мы имеем в данном случае тенденцию совершенно противоположную, что чем больше город заказывает, он не оптовую скидку получает, а он получает высшую цену. Вот в этом есть вопрос, и в этом есть подозрение на определенную коррупцию, потому что до этого года в программе модернизации, диспетчеризации лифтов, прямо были прописаны разработчики фирмы «Одесслифт» и «Портал N», которые и проводили тендеры. И все это до пороги. Я понимаю, что
допороговая закупка имеет плюс, она быстрая. Можно быстро сделать. Но, с другой стороны, если мы в городе делаем 1000 лифтов там, или 100 лифтов, но мы же можем сделать большой конкурс, привлечь иностранного инвестора. Посмотрите, как было с кредитом ЕБРР, который проводил ЕБРР на троллейбусы. И белорусы выиграли. И вышло на 2 больше троллейбуса. И еще они лучшего качества, еще они с дизельными генераторами, которые вообще не было в подарок от завода. Завод иностранный заинтересован работать. Вот вам пример кредита ЕБРР. Так может, нашей мэрии нужно отказаться вообще проводить самим тендеры, а все отдавать каким-то международным структурам? Тогда нам все будет дешевле и лучше. Ну, спробуємо їм вот це вся... запропонувати, але відповідь, мені здається, ну, буде певною. Это экономика. Певною. Надо больше работать с международными деньгами. Надо больше работать с фондами. Надо работать очень много с экологическими фондами, которые дают эти деньги. Опять же, приходят иностранцы, они хотят работать. Сколько мы помним, у нас с аэропортом было, заходило иностранных компаний, которые хотели делать одесский аэропорт. Мы выбирали все равно свое и получили, что получили. И дольше, и проблемнее, и со скандалами, с уголовными делами, с арестами. Кто от этого пострадал? Да все мы пострадали от этого. Мы не получили в свое время ни евро здесь, ни аэропорт, ничего. И это, к сожалению, тенденция. И я хочу сказать, что это неправильно, что наш город... Ну, мне кажется, что каждый бы человек, который зарабатывает сегодня от этих тендеров, подрядов, мэрии и от всего этого, больше бы заработал, если бы Одесса была более богатой. Вот у меня есть такое ощущение, что если мы вкладывали бы в Одессу, это была бы та инвестиция, которая бы на нас всех сыграла. А так мы просто все время в скандалах, в коррупции, в этом всем, и мы получаем, к сожалению, один негатив от нашего города. Мы получаем некрасивую набережную, я говорю, в целом, в морском фасаде Одессы, мы получаем непривлекательную Одессу ни по въездам, ни по выездам, ни почему. То есть я не слышала, чтобы кто-то сказал, что у нас лучше, чем в Турции или Хорватии. Ну, это даже смешно. Так, а гроші витрачаються на туризм тут чи не більше, аніж у тих об'єктах, які ти зазначила. Щодо майбутнього кредиту, Оля так чітко сказала, що ну не можна, що це самогубство брати наступний, але от власне весною ж була розмова, так, про ще один кредит. Ну, на останній сесії обмовилася об этом Світлана Ніколаївна Бідрега, що документи на розсмотрення руководства міста. Обережно вона так вказала. Вона не сказала ні процент, ні що друге. Ну, навесні йшлося про 150, майже 4 мільйони гривень, не така вже велика сума. Це то, що добирали по вот этим трьом займам. У нас еще не... Ага, тобто це частина цих трьох? Да, они постепенно по линиям берут эти три кредита. На самом деле мэрия может просто добрать до 3 миллиардов кредитов. Сейчас они 2,5 миллиарда выбрали. И вот эти полмиллиарда они просто добирают, им даже ничего не и надо. И раскидывают на какие-то потребы. Ну, то есть это двойная выгода. Мы пиаримся на этом, мы сами себе ремонтируем, зарабатываем, и еще и оставляем себе люфт, а следующего мэра однозначно зашквариваем. О, оце дуже важливий момент. Дивіться, перше, про піариться. Вже сьогодні говорила цю фразу, все забарвлюється у кольори передвиборчі. Ну, так вже складається, так? І коли, якщо так станеться, що все ж таки буде взято черговий кредит, які гарантії того, що вони підуть, ну, хоча б на нагальні не піар-потреби, а на нагальні потреби міста? Гарантія має бути в одеситах, в їх позиції, в цьому питанні, в їх желанні участвувати в житті міста. Це єдина гарантія. Чем больше... Вот сегодня, например, презентовали зеленую карту города. Угу, так, на аппарате на радио. Шел 11-й канал. Ну вот на презентацию. То есть даже сделанный классный продукт, который общественно важный, он уже не вызывает такого эффекта и резонанса. Может быть, недостаточно было оповещения, может быть, еще какие-то вопросы. Но на самом деле люди не привыкли, что с ними советуются. Я даже писала в Фейсбуке об этом. У нас вообще исчезли демократические фильтры отработки проектов. А ведь они же не только мешают власти, но и помогают отбить острые углы какие-то. Це громадські слухання, так? Це да любые, комиссии. Да хотя бы какие-то открытые экспертные группы, которые бы сели и сказали, ребята, да щепной ряд, ок, но надо не так, а так. У нас же есть урбанисты, у нас есть люди, которые способны посчитать. Есть международные структуры, которые считали транспортный поток, пассажирский поток. Как это все будет работать? Вот хорошо мы пустили, сколько мы заработаем на трамваях, на троллейбусах, как мы пересадим людей? Это все расчеты, это экономика. Вот это, ну, для этого нужны эти группы все, экспертные, общественные. Эксперты дуже-дуже змушують напружуватися, розумієте? Михайло, от щодо наступного кредиту, чи може Одеса його щось собі дозволити? І чи можуть бути хоч якісь гарантії того, що вони не будуть використані під пар предвиборний? Ну, когда у нас приближаются выборы, то все идет на выборы. Все для, как говорится, для фронта, все для победы. И если будет взят кредит, естественно, что
так ведь он будет тоже использован в политических целях. Но опять-таки, вот мы уже озвучивали это, что это кредит, не, даже если он будет взять, это будет кредит не развития, кредит проедания. И без развития города, в общем-то, и возврат этого кредита, и какие-то перспективы будут очень-очень туманными. Но опять-таки, для того, чтобы говорить о развитии, нужно понимать, как говорится, отправную точку. Нужно отталкиваться от истории нашего города. Потому что, скажем так, каждый город, тем более областной центр, миллионный город, у нас своя история, у Харькова своя история, у Киева своя история. У Дніпропетровська, Дніпра своя історія. Але Одеса бере найбільше кредитів, хоча і своя історія. Хоча 100 років назад, в період Столипінської реформи, Одеса не тільки не брала кредити, Одеса давала кредити московським властям займи. Тобто Москва одолжувала деньги, коли в період Столипінської реформи, кілька разів одолжувала у одеських властей. Московські власті одолжували у одеських. Одеса себе могла дозволити. А де у нас, як говориться, резерв, не золотовалютный, пусть какой-то хоть денежный резерв. Он должен быть, естественно, в любой нормальной семье, у любого человека есть какой-то резервный непредвиденный случай. У нас такого резерва нет. Проедание, проедание, еще раз проедание. Но это ничем хорошим у нас є бюджет розвитку, так, Олю? Так званий бюджет розвитку. Mm-hmm. Але я пам'ятаю, що ти казала про те, що він витрачається дуже дивним чином. Ну, на бюджет развития это такая условная, скажем так, статья. Она совершенно небольшая, там 300 с чем-то миллионов. Она дополняется у нас за счет общего фонда бюджета. Что такое? Это все наши программы, которые существуют в городе. И опять же, каждый год, когда принимает Одесса бюджет развития, оно должно совпадать с программой социально-экономического развития. И когда в городе меняется ситуация, это тоже должно меняться. Вот, например, у нас произошел коронавирус. Мы до сих пор не видим экономического пересмотра, исходя из этого, стратегии развития бюджета. Что мы видим на сегодняшний момент? Мы на сегодняшний момент видим, что у нас пересматриваются на сокращение новые проекты. Но мы имеем совершенно новый вызов в Одессе. Это жилой фонд. Катастрофическая ситуация с жилым фондом, которая возникла в последние годы. Вот у нас 6 обрушений за несколько месяцев. И мы понимаем, что это не конец. Это очень много есть. Но при этом мы видим, что программа исторического центра, его сохранение сокращена на 300 миллионов. Что мы, насколько это отвечает вообще потребностям на сегодня города? А может быть, надо было другие объекты снять? То есть это все надо обсуждать, исходя из новых реалий. Вместе экономика, вместе там бюджет и вместе другие подразделения. Вот это должна группа заседать системно и менять. Надо действительно собрать. У нас есть этот экономический совет. У нас есть различные другие. У нас есть координационный совет охраны культурного наследия. Может быть, провести какую-то сейчас надосрочную работу, пересчитать эти все дома, посмотреть и понять, куда нам двигаться в этом. Угу. Оль, еще один момент. Ты сказала на то, что зашквар впаде на наступного мэра. Якщо сьогодні така проводиться кредитна політика чинною міською владою, можливо, чинний міський голова просто не збирається на наступну каденцію, якщо він так безбожно просто сам себе, так виходить, підставляє. Ну, мені кажется, що определенные тут опасения достаточно серьезные есть у его команды, это можно периодически увидеть, как они перебрасывают пиар там на различных людей. То есть и определенные тут есть и метания среди депутатов, доверять делам, куда бы присоединиться, куда пойти, это тоже не секрет. То есть я думаю, что в данном случае есть большие сомнения, учитывая количество уголовных дел, именно поэтому мэрия спешит брать, выбирать деньги и делать пиар-компанию, а там после выборов, придумают, свалят что-то на инфляцию, на коронавирус, если вдруг Труханов теоретически останется у власти, хотя, по последним всем уголовным делам судей такое количество, что я даже не знаю, как можно после этого выбрать. С каким обличием взагалі-то можно идти на выборы, так? Да, к сожалению. Я же говорю, сейчас еще несколько дел, насколько я понимаю, расследуется и на выходе, еще по декларации сделали еще ряд, которые там проводятся. То есть дел много, к сожалению. И там, тот же дом Русова, с ним уголовное дело расследуется. Так, давайте підбивати підсумки нашого інтерактиву. Сьогодні питала про таке, хто віддаватиме борги за кредитами цієї мерії. 17% наступний мер, так вважають одесити. Ми попередили наступного мера, що непроста буде задача лягати на його плечі, зокрема і через ці три кредити, тому що йдеться вже, можливо, і про четвертий. А от більшість наших глядачів вважають, що саме вони і ми з вами будемо віддавати ці кредити. Це так і є, тому що ми платники податків, і насправді обирати треба було б два варіанти.
відповіді, але наш інтерактив показав, що одесити дуже тверезо дивляться на перспективу політичної ситуації у місті, розуміють, що саме вони несуть відповідальність, зокрема, і про вибори наступного міського голови і наступного складу міськради. Цю годину провели зі мною Ольга Баклаженко, головний редактор Української служби інформації, Михайло Борисов, економіст. Говорили про Одесу, яка повна у кредитах та боргах. Як вибиратися із цього, будемо розповідати у наступних ефірах. І будемо пропонувати дещо і проєкти, як вибиратися із цих боргових ям.